Thank you.
Прошло 6 минут схватки, еще 4 минуты основного времени. Напоминаем, что после основного времени при ничейном результате будут борцовские пенальти. Thank you.
Если Джимми реализует прием, то он побеждает в этой схватке. Если же нет, они переходят на позицию рычаг локтя. За 11 секунд Джимми реализовывает борцовский пенальти и становится чемпионом до 70 килограмм. А организация РГСА до сдачи и получает чемпионский пояс. Вручает Богданов Виктор, президент организации и Николай.